поставили крест. Близкие за воротник сделали решительный шаг. Едва обмолвившись о состоянии Анастасии Заворотнюк, ее близкие снова затихли. Однако их действия в инстаграм-аккаунте, посвященном звезде сериала «Моя прекрасная няня», говорят сами за себя. СМИ 15 октября сообщили о том, что аккаунт в соцсети Instagram, посвященный поддержке Анастасии Заворотнюк, ведут редакторы ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». И якобы в благодарность за информационную кампанию, нацеленную на борьбу со лживыми новостями, дочь актрисы согласилась принять участие в новом выпуске передачи. Однако на указанной странице появилось опровержение. Заголовки изданий, сообщающих о том, что аккаунт в поддержку Заворотнюк ведут редакторы Малахова, перечеркнуты красным крестом. По всей видимости, решительный шаг близких звезды сериала «Моя прекрасная няня» говорит о том, что с помощниками скандально известного шоумена их ничего не связывает. Публикация фотографии из Instagram. Недавно родные артистки прервали молчание и подтвердили, что она больна. Правда в том, что есть заболевание и есть цель его победить. Отмечалось в сообщении. Также в окружении Анастасии Заворотнюк опровергли данные, которые преподносились как факты. Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Муж прокомментировал слухи об операции на сердце Белохвостиковой. Бегающего от следователей Порошенко настигла расплата. Голая любовница Виторгана показала постельное фото. У любовника Кети Топурии умер ребенок. Я был под действием таблеток. Еха сделал признание о состоянии на съемках шоу. И многое другое.